Давайте приветствуем артистов. Татьяна Полумардвинова, Ирина Исаева, Дмитрий Власенко, Ренат Хабибулин, Дмитрий Косяков, Наталья Бондарева, солистка коллектива, и я, Дмитрий Буцеков, были с вами сегодня. Спасибо. Спасибо организаторам данной площадки, спасибо за прекрасный звук, за великолепный формат, достойный ведущих европейских туристических городов и не только. Итак, друзья мои, Самара скоро станет действительно культурным городом. И это первые шаги навстречу этому прекрасному событию. Всех вам благ! Спасибо, Волга Фолк Бэнд и Наталья Бондарева. Друзья, у нас программа наша еще не заканчивается. Сейчас на сцену выйдет джазовый дуэт. Немножко успокоимся под вечер. Always Lounge. А пока готовимся, я расскажу, что мы вообще тут делаем. Мы решили показать гостям нашего города истинное красивое лицо Самары, а это наша прекрасная архитектура и здание в стиле модерн. Поэтому мы запустили в небо вот эти вот огромные шары, на которых нанесены эти здания. И для вас в день до матча и в день матча работают 6 творческих площадок. Наша сцена академическая, на площадь революции, музей модерна тоже работают сцены. Художники пишут картины, и в июле пройдет выставка лучших работ. А вот где Стелла, там можно потанцевать. Прямо сейчас. Сегодня сцена работает до 11. Оставайтесь с нами, мы готовимся к выходу следующего трио Always Lounge.